Да, хотелось бы, чтобы это видео Симонян посмотрела, отреагировала. Пятеро детей пережили прилет российской ракеты. И мама с папой не знали, кого из детей хватать, когда летит ракета. Пятеро детей. Самому маленькому годик, и папа прикрыл его своим телом. Но там стояла их машина, по-моему, Honda. Она была вся изрешечена. Машина, там не было живого места. Вообще живого места не было. То есть папа, вот если в папу попала, попала бы просто и в ребенка. Представляете, если ты родитель, Симонян, вот если у тебя пятеро детей и летит у тебя ракета, какого из детей ты будешь хватать? Ну и мать, украинка, говорит, что я своим детям рассказываю правду. Они знают, кто и за что нас пытается убить. Это Россия. Нас убивает за то, что мы украинцы. И папа сказал, что когда они добежали до укрытия, бомбоубежища, ну, как-то подвал, и дети туда забрались, говорит, они стали петь гимн Украины. Вот момент, когда самый-самый страх. Самый-самый страх. Дети себя поддерживали гимном Украины.